руками. Вверх, вперед, перед грудью, лицом блокирующего. Максимально быстрый. С максимальным переносом предплечий, кистей на сторону противника. Локти выпрямлены или почти выпрямлены. Кисти, продолжение предплечий и жестко закреплены в запястьях. Пальцы максимально разведены и напряжены. Блокирующий тянется как можно ближе к мячу, что приводит к касанию сетки. Вынос рук в сторону предполагаемого удара может образовать брешь между предплечьями, кистями блокирующего. Плохой разворот предплечья и кистей рук. Блокирование близко от сетки, что приводит к попаданию мяча между руками блокирующего и сеткой. При перемещении блокирующий оказывается слишком близко к сетке, что приводит к ее касанию. Это видеопособие для тех, кто любит волейбол в себе и себя в волейболе. Каждый, кто выходит на площадку, неважно песок это или паркет, зима или лето, может просто поставить диск в плеер и получить ответ на вопрос «Как?». Как понять и как сделать? Вы можете быть как профессионалом, так и любителем, вам может быть и 60 лет, и 15. Это не важно, волейбол, как и всякая вещь, созданная для всех и каждого, не терпит препятствий на пути к простому желанию стать лучше. Соответственно, цель этого пособия будет достигнута и в том случае, если вы станете чемпионом мира, если вы обыграете, скажем, команду соседней школы. В самой демократичной игре на свете важен любой успех любого из вас. Всегда будьте с волейболом, и волейбол ответит вам тем же. Секрет данного курса заключается в правильной философии прыжка и как на самом деле увеличить или уже улучшить свои результаты. Курс делится на 4 основных блока, которые в значительной степени влияют на спортивные способности каждого человека. Тебе придется поработать, но будь готов к тому, что мы научим тебя летать. В этом видеоуроке мы поговорим о первом блоке – подвижность. С помощью этого блока вы повысите свою гибкость, а это очень важно для ваших мышц и роста прыжка. Также увеличите диапазон движения суставов. Это очень важно, так как поможет распределять силу. В нашем теле много спящих мышц, поэтому мы не умеем пользоваться ими всеми на полную возможность. Это большая проблема для увеличения вертикального прыжка. Еще одна важная вещь – это растяжка и разминка мышц. Мы должны научиться растягивать все группы мышц. Растягивая мышцы, мы увеличиваем их объем. А разогретые растянутыми, они помогут нам предотвратить травмы на тренировке и создать максимальное количество энергии для того, чтобы поднять нас высоко в воздух. Большинство подобных программ не придают этому моменту должного внимания, а это одна из основных вещей, которая помогает тебе выше прыгать. Иметь хорошую гибкость в мышцах помогает нам чувствовать все мышцы, а не их отдельные волокна. Когда у нас жесткие мышцы, они плохо сжимаются в некоторых областях, и для этого требуется дополнительная сила, которую мы не можем использовать для прыжка. Поэтому нам важно использовать все мышцы, а не их части, чтобы улучшить способность прыгать. Вот поэтому это ключевой элемент для улучшения нашего вертикального прыжка. Потому мы начинаем задействовать все волокна в мышцах, необходимых для прыжка. Одним из лучших способов улучшить подвижность – это делать активную растяжку. Это важно, потому что именно эти упражнения улучшают кровоток в мышцах, заставляя их нагреваться. Приведем пример. Как вы знаете, холодная резинка плохо растягивается, когда напротив теплая разогретая растягивается намного длиннее.
как и твои мышцы. Поэтому лучший способ улучшить растяжку – делать активную растяжку. Вы должны растягивать и одновременно двигаться, чтобы еще и согреть свои мышцы. Поэтому стандартные спортивные упражнения малоэффективны, если ваши мышцы плохо разогреты. Так что активная растяжка – это отличный способ разогреть мышцы перед игрой или тренировкой. Первым упражнением из комплекса активной растяжки является, как я его называю, выпад на локоть. Первым делом сделайте выпад на левую ногу, максимально вперед, и правой рукой докоснитесь до пола. Левой рукой согните под 90 градусов и тянитесь локтем до пола. Параллельно левой ногой от колена до пола. Это поможет растягивать внутренние мышцы левой ноги. Находясь в данной позиции, задержитесь на несколько секунд. Потом переставьте левую руку за пределы левой ноги и растяните обе ноги, поднимая носок левой и опуская пятку правой. Это упражнение помогает растянуть подколенные сухожилия в активной форме. Далее встаньте прямо, делая шаг вперед на опорную ногу. Теперь сделайте то же самое на другую ногу и повторяйте периодически, двигаясь вперед на правую и на левую ногу. Второй элемент комплекса активной растяжки является захват колена. Мы поднимаем левую ногу и обхватываем ее двумя руками и тянем левое колено к противоположному плечу. Спина при этом должна быть прямая. Меняем ноги и повторяем данное упражнение на другую ногу, растягивая тем самым заднюю часть бедра. Третий элемент комплекса активной растяжки называется шаг четверкой. Это то же самое, что и растяжка бедра в прошлом упражнении, но делается при шаге и растягивает внешнюю часть бедра. Захватите левую ногу левой рукой сзади и вытягивайте левую ногу за носок назад, делая шаг вперед, не останавливаясь. Повторяйте для правой и для левой ноги периодически. Последний элемент комплекса активной растяжки называется «через пот». В этом упражнении мы двигаемся, словно переступаем через воображаемый забор, а затем перемещаемся под забором. Начнем. Левой ногой переступаем через воображаемый забор и перетаскиваем правую ногу также через забор. После приседаем и, держа спину прямо, передвигаем тело с помощью ног под воображаемой преградой. Это помогает растянуть и согреть наши мышцы с внутренней стороны ног и улучшит подвижность тазобедренного сустава. Запомните, что выполняя это упражнение, ваша спина должна быть прямая, не сгорбившаяся. Итак, используя эти 4 упражнения комплекса активной растяжки, поможет вам улучшить гибкость нижней части тела, а также повысит приток крови, способствуя разогреться на тренировке, практике, игре и так далее. Это действительно поможет вам улучшить вашу подвижность, гибкость тела и увеличить ваш прыжок. Одним из самых правильных путей разработать гибкость является ролик из пены. Он поможет расслабить мышцы, в результате чего увеличит скорость восстановления наших мышц. Это массаж, и он очень эффективен. Сейчас мы покажем, как пользоваться роликом из пены. Если у вас нет его под рукой, используйте баскетбольный мяч или другой какой-то либо предмет, подходящий по форме. Ролик помогает справиться с давлением на мышцы, расслабляя и делая их более гибкими. Существует 3 основных области, с которыми мы работаем с помощью ролика из пены. Первая область – это большеберцовый тракт. Идет от бедра к колену. Все, что вам нужно сделать, это повернуться боком, убедиться, что вы в устойчивой позиции, и раскатывать мышцу в течение 30 секунд вверх и вниз. Вы будете чувствовать боль, но это нормально на начальном этапе тренировок. Используйте всю массу тела, чтобы максимально расслабить эту мышцу. Вторая область находится рядом с этой мышцей. Делая небольшие остановки каждые несколько секунд, массажируйте эту мышцу вверх и вниз в течение также 30 секунд. И последняя область, с которой вы должны работать, это икры. Очень важно их разминать с помощью ролика из пены, так как они постоянно напряжены в повседневной жизни. И очень важно размягчить их и расслабить во время нашей тренировки, чтобы получить максимальный эффект от прыжка. Также вы должны разминать роликом все остальные мышцы ваших ног. Thank you.
Второй видеоурок курса «Как легко увеличить прыжок». И второй блок – это стабильность. Мы будем говорить об устойчивости суставов, особенно сосредоточим внимание на устойчивости суставов бедра, так как они являются ключевой частью, которая отвечает за нижнюю часть тела. Блок устойчивости важен, потому что увеличивает эффективность наших движений. А это, в свою очередь, важно, потому что мы хотим использовать всю силу, которую смогут создать наши мышцы без потерь. Если мы не можем на максимум использовать наши движения, то мы не сможем воспользоваться этой силой правильно, для того, чтобы выполнять дальнейшие упражнения из третьего блока – системность. Большинство программ сфокусировано на устойчивости колена, но на самом деле бедра влияют на устойчивость колена. Но и не только они. Пресс является также основной частью нашего стержня, то есть нашей основой. Он придает устойчивость ногам, но плечи и грудные мышцы также являются основой нашего скелета. Именно поэтому важно иметь эти части натренированными. Когда вы слышите, что человек говорит, что у него хорошая техника, это означает натренированную основу, то есть пресс, грудь, плечи. Именно эти группы мышц отвечают за технику, баланс прыжка и, в частности, за устойчивость наших ног. Первым упражнением нашего комплекса устойчивости являются круги ногой лежа. Все, что вам нужно, это лечь на левую сторону, зафиксировать левой рукой голову, закрепить на полу бедра, затем против часовой стрелки без перерыва. Почти все упражнения комплекса устойчивости основаны на тренировке ягодичных мышц, потому что они очень важны для устойчивости бедра. Вторым упражнением комплекса устойчивости является подъем бедра. Все, что нужно, это встать опорной ногой на возвышенность, и чтобы одна находилась на поверхности, а вторая в воздухе. Ухватиться руками за пояс и поднимать левую ногу вверх чуть выше, чем правая. Затем опускать, делая это упражнение для обеих ног. Убедитесь, что вы чувствуете, как мышцы ягодиц при этом сжимаются и напрягаются. Третьим упражнением комплекса устойчивости является приседание на одну ногу. Нога, которая находится в воздухе, при этом должна находиться под углом 90 градусов. Опускайте все тело на пятку опорной ноги. Не приседайте слишком низко. Наша задача – улучшить устойчивость наших бедер. Последнее упражнение комплекса устойчивости называется велосипед, который отлично тренирует наши сгибающие мышцы ног и нижнюю часть пресса. Лягте на спину, на пол, согните ноги под 90 градусов параллельно полу и выполняйте движение, словно вы крутите педали велосипеда. Зачем мы делаем это упражнение? Да потому что мы начинаем сжимать мышцы, создавая давление на бедра и укрепляя мышцы пресса. Вот это и есть 4 базовых упражнения, которые ты должен выполнять, чтобы улучшить свою устойчивость и увеличить свой прыжок. Третий видеоурок курса «Как легко увеличить прыжок». И третьим блоком является системность или работа над координацией мышц. Это значит, что мы должны научиться управлять мышцами и как заставить работать наши мышцы, улучшить связь между мозгом и мышцами. Выполняя упражнения из этого блока, наша основная задача – ускорить связь подаваемых сигналов из мозга прямо в наши мышцы, чтобы увеличить наш прыжок. Очень важно чувствовать и понимать, какие именно группы работают при выполнении упражнений. И очень важно научиться использовать наибольшее количество волокон мышц, то есть полностью всю мышцу или группу мышц, а не их части. Мы забываем использовать некоторые группы, которые непосредственно отвечают за прыжок, как ягодицы, подколенные сухожилия или четырехглавые мышцы, теряя при этом дополнительную силу, которая так необходима нам для прыжка. Так что этот блок основан на том, как научить вас включать ягодицы, четырехглавые мышцы, подколенные сухожилия и как это делать одновременно, чтобы максимально эффективно и просто увеличить прыжок. Также еще один важный аспект блока системность заключается в исправлении дисбаланса в мышцах нижней части тела. У многих спортсменов четырехглавые мышцы больше развиты, чем ягодицы и подколенные сухожилия. И это большая проблема, когда мы пытаемся прыгать.
Так что наша программа нацелена на активирование наших ягодиц, четырехглавых мышц и правильную работу по координации этих групп мышц. Первые 3-4 недели могут принести большие увеличения в силе прыжка. Это, вероятно, связано с улучшением вашей связи между мозгом и мышцами. Для третьего блока системности я дам вам 3 базовых упражнения для тренировки ягодиц и четырехглавых мышц. Сейчас мы поговорим о 2 функциональных моделях движения. Первое упражнение помогает нам включить ягодицы, и оно называется сжимание ягодиц. Встаньте прямо, и все, что вам нужно, это периодически сжимать ягодицы, тем самым заставляя их работать. Самое важное, это чувствовать, что они работают. Второе упражнение – это мостик ягодиц. Лягте на пол спиной, и вы должны сделать мостик из ног и спины, стараясь при этом сжимать мышцы ягодиц. Как и в первом упражнении, вы должны чувствовать, как эти группы мышц сокращаются и работают. Это очень важно. Третье упражнение – это вариация мостика ягодиц, и оно называется мостик подколенных сухожилий. Все, что вам нужно – лечь на спину и выдвинуть ваши ноги чуть дальше от тела, встав на пятки и повторить опять мостик и сосредоточиться на работе подколенных сухожилий. Выполнив эти 3 упражнения, мы продвигаемся к функциональной модели движения. И я говорю о приседании и выпаде. Начнем с приседания. Но для чего мы делаем эти упражнения? Мы не приседаем с весом на плечах. Мы работаем только со своим весом. Вы не должны заострять внимание на количестве повторений. Мы должны сконцентрировать внимание на работе групп мышц. Встаньте, ноги на ширине плеч и начинайте приседать, будто под нами стоит стул. После того, как мы выпрямляемся, мы должны сжимать ягодицы, как в предыдущих упражнениях, чтобы научиться включать эту группу мышц во время того, как мы выпрямляем свое тело. Самое важное, что вы должны усвоить из этого упражнения, что необходимо подключать к этому упражнению еще и работу мышц ягодиц. Вы должны почувствовать, как работают эти мышцы и мышцы подколенного сухожилия. Это очень простое, но крайне важное упражнение. Научить мозг включать мышцы ног и ягодиц одновременно или последовательно. Во время прыжка важную роль играют ягодицы и подколенные сухожилия, ведь именно в них хранится большая часть той энергии и силы, которая играет важную роль в высоком прыжке вверх. Последнее упражнение 3-го блока системность является выпады, глубокий и мелкий. Для того, чтобы выполнить выпад, вам нужно выставить правую ногу вперед и опустить левое колено до пола. Ваша спина и руки должны находиться прямо и в одной плоскости, двигаясь вертикально. Глубокие и мелкие выпады фокусируются на четырехглавой мышце, подколенном сухожилии и ягодицам. Поговорим о работе четырехглавой мышцы. Для этого нужно выполнить мелкий выпад. Вам нужно сделать очень маленький шаг вперед и опустить колено на землю. Изменив это упражнение и начать работать с ягодицами, нужно сделать более глубокий шаг вперед и повторять для правой и для левой ноги. Используя эти 5 базовых упражнений, 3 упражнения усиления и 2 функциональных, вы по-настоящему научите себя использовать ваши мышцы правильно и эффективно, чтобы увеличить свой прыжок. Четвертый видеоурок курса «Как легко увеличить прыжок». И 4-м блоком является сила. Сила идет после 3 основных блоков – подвижность, устойчивость и системность. Мы должны концентрироваться на фундаменте из этих 3 блоков, после чего переходить к тренировке блока 4 – сила. У нас уйдет 2-3 месяца на подготовку и тренировку подвижности, устойчивости и системности. Блок силы нашего курса по увеличению прыжка является лишь инструментом, которым мы можем управлять, если создали фундамент из 3 основных блоков нашей программы. Возможно, у вас уже достаточно силы, если вы занимались или занимаетесь по какой-либо другой программе по увеличению прыжка. Тогда вы почувствуете поразительные результаты уже через несколько недель. Блок силы нашего курса основывается на игровой специфике
и увеличении нашей выносливости. Сила – это то, с чего начинают почти все тренировочные программы. Но, повторюсь, вам нужен фундамент из трех блоков. Итак, рассмотрим несколько упражнений, которые смогут улучшить наши результаты в увеличении прыжка. Первое упражнение – максимальный прыжок с двух ног. Мы должны вставать в позицию, как в упражнении приседания, и, работая руками, максимально выпрыгнуть вверх. Когда мы приземляемся, мы должны это сделать хорошо и мягко. Секундный перерыв и повторить упражнение заново. На последних неделях программы выполняйте это упражнение без пауз, прыгая сразу после того, как приземлились. Второе упражнение – это скачок в сторону на максимальный прыжок. Мы делаем то же самое упражнение, что и предыдущее, но при этом выполняя выпад с одной ноги в сторону. Встаем в позицию стоя, начинаем движение с левой ноги и в сторону приземляемся на две, отталкиваемся на максимальный прыжок. Последнее упражнение нашего тренировочного блока является выпрыгивание на одной ноге. Начнем с левой ноги. Поставим ее на любой невысокий предмет и, применяя всю массу на эту ногу, перепрыгиваем через предмет и приземляемся на правую ногу. Повторяем упражнение, сменяя опорные ноги. Это три основных упражнения из блока «Сила». И запомните, вы действительно должны сфокусироваться на первых трех блоках, которые создают фундамент данного курса, перед тем, как приступить к тренировке четвертого блока «Силы». Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena.